Сколько раз мы сидели здесь, на этих камнях, скалах, на берегу этого моря, и сидели в тишине, был только звон комаров, а мы все равно сквозь все это слышали, как все здесь должно звучать, как она, сама музыка идет от деревьев, от камней. Вот. И вот, собственно, музыканты ее сегодня рождают. Вечером легкий Спасибо, Белый Шум. Ну, я думаю, что дальше пойдет легче. Начало положено. Посмотрим. Посмотрим. Самое тяжелое, по крайней мере, для меня. То есть все можно преодолеть. Ну, в Чупе есть бассейновый совет, это общественная организация, вот, которая активно помогает крупный всемирный фонд ВВФ дикой природы. Вот сразу о делах заговорили, и телефон разрывается. Вот. И они сотрудничают, вот у них есть один из основных доноров, это Lighthouse, немецкий фонд, который помогает деятельности ВВФ, помогает, то есть занимается, основная задача у них это спасение, так скажем, и сохранение прибрежных территорий. У нас есть красивые ландшафты, чистый воздух, вода, вот, и туристы, они готовы сюда ехать, для них просто нужен либо хороший повод, вот, например, как фестиваль, либо инфраструктура. Инфраструктуры у нас нету, вот, но у нас нашелся хороший повод, фестиваль «Белый Шум».
форели, я родная моя. Страна листопад, гор и рек. Горела карту мягкий мама. Я твой простой, небритый человек. Все же, когда лес твой дневный освободится от сугробов, я буду рад гораздо больше. Буду жить на пляже, ля-ля-ля-ля-ля. Ненавижу зиму, как я ненавижу зиму. Нет-нет. Ну, Илья, исполнитель мечты. Ну, есть еще грани, на которых можно стремиться работать. Например, с погоды. С погоды, да. Что вы выглядите в органчике? Нафиг? Они не в ту сторону в органе. Переверни в орган, да. Мы поняли, что ну, в органе нужно в правильную сторону. В одну сторону дождь, вот, переворачиваешь дождь. На самом деле, пора. А вот можно как хоть. Мы да, поняли, да, что, видимо, ну, вот, две стороны. Вчера, потому что, видишь, все дружно лупили в другую сторону, и дождь лил и лил. Я могу сказать одно, что ну, у меня очень много здесь знакомых и организаторов, и местных чупинских. И я очень была в ожидании самого места, и во вторую очередь от фестиваля. Вот место меня очень впечатлило, и фестиваль, вот он на уровне, он с местом очень хорошо сочетается. Но мне на самом деле очень сложно судить, потому что я побывал в очень многих фестивалях, и там как бы бывали мощные. Но здесь это все родное, это Белое же море. Вообще это... И для первого раза я считаю, что очень нормальная организация, там все очень хорошо и достойно. Сказку-то говорил. Как у вас на селе мужики?
поголовно одни дураки. Как у вас все мужики поголовно одни дураки. Как у вас все мужики поголовно все дураки. Как у вас все мужики поголовно все дураки. Как у вас все мужики поголовно одни 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 дураки. Раз 250 эти слова сказал. Хозяин на лавке заворочил. Невежа ты, невежа. Я тебя ночевать пустил, а ты всю нашу деревню опринизил. Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку говори. А что слово дадено? Хозяин сказку говорит. Отношение к этим местам особенно трепетное. Ощущение связь с детством. А воспоминания о детстве, они всегда надевают внутри. Долго живут. Вот. Возвращаясь с города, после всей суеты, приходишь, успокаиваешься.